приветствовать вас. Я еще раз хочу напомнить, что хоккей шайба – это один из самых любимых видов спорта у нас на Урале. И сегодня руководство региона, руководство клуба предпринимает все усилия для того, чтобы выступление нашей ведущей команды, защищающей честь Свердловской области, было год от года успешным. Приятно отметить, что стремительные успехи клуба «Автомобилист» в сезоне 2013-2014 стал для команды очень таким большим результатом, и по его итогам мы вошли в восьмерку лучших команд Восточной конференции. Я понимаю, что это было непросто, это предпринимались усилия со стороны руководства клуба, президента, генерального менеджера, главного тренера, но и соответствующий настрой игроков был именно таков, что мы на меньшее не могли. И сегодня, на начале нового сезона, мы рассчитываем на вас. Рассчитываем, что команда сделает еще один шаг. Не просто поиграть в первом круге, но и выйти во второй круг. Это минимальная задача, с которой нам предстоит с вами вместе справиться. В свою очередь, зрительскую поддержку, поддержку со стороны болельщиков, вы это чувствуете и ощущаете, буквально совсем 3 минуты назад дал распоряжение о том, чтобы трансляция матчей «Автомобилист» была в полном объеме, домашние игры транслировались по нашему областному телевидению. Хочу вам сказать о том, что я приложу все свои усилия для того, чтобы выдержать взятые на себя обязательства по финансированию клуба, по продвижению. И уверен, что от вас, с вашей стороны, мы обязательно получим тот ожидаемый результат, на который рассчитываем. Я искренне всем вам желаю успешной игры. В предстоящем сезоне, значит, обойтись без травм и принести все больше радости нашим болельщикам и нашим ребятам. Я от лица команды хотел бы благодарить вас за то, что такое внимание к хоккею сейчас уделяется. И, откровенно говоря, мы так на себе, в общем-то, ощущаем эту заботу, внимание. И мы очень много сделали в том году. Но, во-первых, ситуация такая, что на самом деле сейчас уже нас по-другому будут воспринимать. Знаете, я вот скажу, мне как менеджеру, да, я когда приглашаю людей, ну, команду, там мне говорят: слушай, ну а у вас там что вообще, как? Там хоккей будет, не будет, там сколько лет не было, так говорят, он в том году же был. Говорит: ну, был в том году, там как. А на следующий год будет, да, а какая перспектива там и так далее. И поэтому, откровенно говоря, многих очень волнует, что будет там в будущем, там, как будет развиваться хоккей, как будет ли область также поддерживать. И, собственно говоря, нас тоже это волнует, мы, конечно, хотели бы, чтобы хотя бы вот так же вступательное движение происходило. Стабильности жажда. Ну, у нас в России говорят, что личность делает историю. Вы, как менеджер, главный тренер, президент клуба, сделали свою реноме, сделали. Дали всем понять, что вы умеете работать, вы умеете добиваться необходимых результатов. Со своей стороны, я и вам говорю, значит, сегодня у Свердловской области есть большое желание, и мы для этого делаем все действительно много, сделать полную линейку воспитанников уральских хоккейных школ. Традиция на самом деле серьезная. Я считаю, что неплохая трансферная политика, которая сегодня есть в клубе, позволила привлечь дополнительные деньги. И считаю, что
вот именно такая политика, где клуб зарабатывает деньги сам, с поддержкой государства, она будет продолжаться. Вот, прощение, вопрос такой. Вы знаете, вот с моей точки зрения, одно из самых больших завоеваний прошлого года, это то, что у нас на некоторые матчи спекулянты по 4-5 тысяч билеты продавали. Я считаю, что это самый сильный был. Вот в этой связи, я вот думаю, для города миллионника нужен большой дворец. Ну, я вам скажу, совершенно там откровенно, не хочу обманывать, распределять. Денег, конечно, сколько бы их ни было, всегда не хватает. Но это на вашего не ведется, наверное. Но мы сегодня должны потратить серьезную сумму на подготовку к чемпионату мира. И значительные деньги на организацию инфраструктуры и конструкцию стадиона пойдут именно туда. Я не хочу сказать о том, что не было футбола, был бы хоккей. Но как только появятся лишние деньги, мы тоже хотим построить там 12-15 тысяч на арену. Конечно, хотим. Якуб Коваш готов? Не готов. Готов. Я, кстати, сейчас был только что на записи в областном телевидении. Половина вопросов про вас было. Да сейчас все намекают, что тренд скоро нас сдвинут. Зорище, дачник, как петь начнут, тогда сдвинут. Ну, Жильбер сыграет, Якуб станцует. Ну, кстати, я пока рядом. Старый должок. А, я покажу. Я так попрятал, мало ли, а то есть зависти. Беру понравится. Это винил. Чай. Подчеркнув команды, она видна, знаете, ну, мне как не специалист. Это то, как они охраняют, стерегут вратаря. Вот это сразу появилось. Вот то, что было в первой игре Якуба, и сейчас совершенно разные вещи. Сейчас вы уже бьете за вратаря, по-настоящему стеной стоите. Это сразу говорит о такой, знаете, дружбе по-настоящему. Поэтому я вам желаю охранять, беречь вратаря, себя беречь и успехов вам. Конечно, на Якуба подружали. Конечно же, Жильбера мы тоже очень сильно рассчитываем, как и рассчитываем на Алексея Симакова, на Лазаря, на Комарова, на Эдуарда, ну, на всех вам. Уверен, что у вас все получится.